Началась продажа безлимитных проездных в Красноярске. Департамент транспорта опубликовал список пунктов, где их можно купить или пополнить. Напомню, с такой картой пассажиры в течение месяца смогут ездить неограниченное количество раз. Использовать ее можно в автобусах, трамваях и троллейбусах. Цена безлимита – 2100 рублей. Важная деталь – тарифный план будет действовать календарный месяц, то есть с 1 числа по 30 или 31, а пополнять баланс нужно до 10 числа. Если позже, то оплата идет уже за следующий месяц. Добавлю, что сумма вносится на обычную транспортную карту, но чтобы она работала как безлимитный проездной, пополнять ее нужно в офисах оператора «Телеком Сервис». Их в городе 12, адреса сейчас на экране. Отмечу, что все они находятся на левом берегу.